Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня будем проходить карту 5 рум Майнкрафт Pocket Edition. Ну что ж, после установки данной карты мы являемся в такой комнате, где нам пишут добро пожаловать и объясняют, что мы здесь должны сделать. Ну, у нас есть здесь такие, как бы сказать, комнаты маленькие, да, здесь написано LOL. Ну, по секрету я вам скажу, что... Карта сделана мной, да. Карта сделана мной. Так что с радостью проходите эту карту. Ну, кто создатель карты, вы с легкостью ответите. Отправляемся в эту комнату и проходим дальше, где нас ожидает такой лавовый лабиринт. Ну, вы можете пройти его честно. И третья комната — это у нас паркур. И остается у нас всего лишь две комнаты. Моя карта находится на альфе, как бы так сказать, бете. Ну, карту я буду дорабатывать. Четвертая — это лабиринт. Проходим так. Ну, если вы вдруг зашли в тупик, то вместо каких-то там ловушек вас ожидает просто тупик из железного, так сказать, забора. Ну, если вы ошиблись, то вы можете вернуться назад и найти верный ход. Ну и это такая концовка, где вы должны взять вагонетку и прокатиться на ней, и просто смотреть на эти красивые пейзажи. Здесь будет представлено вам несколько биомов. Но эти биомы тоже будут дорабатываться. Если вы хотите доработку карты, пишите комментарии, карту я буду доделывать и обновлять. Но во время поездки на вагонетке ваша будет еще одна цель. Вы должны быстро нажать на рычаг. Если вы нажмете неверно, то вы можете умереть. Ну и это конец карты, где на стене представлен небольшой арт. Ну что ж, получается на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.